Итак, давайте закончим маленький перерыв и вперед дальше. Изучать, что тут происходит в этой пещере. Так, походу мы добрались до цели как-то быстро на самом деле. Матвей, в смысле? Он же есть. В этом-то и прикол. Так, все, стоять. Дальше. Вы не можете проходить. Это почему? Здравствуйте. С Приганы. 3. 9. О, я вижу с вами даже... субъект из рая. Нам еще нужно сказать спасибо за то, что вы сделали для нас днем. Чтобы избавиться от МК, пришлось потрудиться. А это о чем вы сейчас говорите? Разве вы не сами виноваты? Получили по заслугам? Я бы хотела бы, чтобы вы меня так тоже не называли. Потому что... мне не нравится, когда меня называют субъектом. Близнецы из шипов. Значит, вы намерены встать у нас на пути? Какое же отвратительное у них поведение. Однако меньшего и не стоило ожидать от сада Мелькиора. Приму это как комплимент. Да, но... то, что нас причислили... такому, как он... как-то немного неприятное. Но, с другой стороны, мы же сами согласились на эту глупую игру, довести ее до конца. То, о чем говорил Свинкун. Когда организация развалилась, оставшимся членам было приказано убить друг друга. Да, та самая безумная вечеринка смерти, что продолжалась целый день. Мы убивали своих товарищей, которых видели каждый день, не испытывая никакого угрызения совести. В конце концов, приказы смотрителей абсолютны. Если не хочешь... так, стоп. Если не хочешь умереть, то у тебя нет иного выбора, кроме как самому убивать. Не нужно совершать какое-то проникновение. Или... придумывать какие-то тактики, маневры. Или даже докладывать. В каком-то смысле эта работа была намного легче, чем все, что было до сих пор. Так что мы продолжали убивать, убивать и убивать. Мы убивали, убивали и убивали, никого не оставляли. И снова убивали, убивали и убивали.
Убивали. Пока в конце концов не остался Икс и Йорды. Так, подожди секунду. Почему? И почему вы улыбаетесь? Ой, простите. Просто при разговоре мы снова обо всем этом вспомнили в ярких красках. Йолда, было же очень весело, верно? Да, было очень интересно. Было очень интересно. Потому что я постоянно думала об этом. Эх, как эти люди чертовски раздражают. Похищенные дети. Все эти наставники, учителя. Даже эти... смотрители, которые были прогнившие насквозь. Вы даже не представляете себе. Я даже не знаю, как передать вам это словами, насколько это было приятно избавиться от всех них. Ну, жаль только, что я лично не смог убить Мелькиора. Они безумцы. Понятно. Теперь я понял, почему вы сами себя назвали шедевром сада. Натян вовсе не хочет вступать в спор из-за этого, но, честно говоря, она не может не чувствовать жалость по отношению к вам. Ну, в садах существовала очень строгая и просто отвратительная система обучения детей, которых они похищали. Если это так, то вы тоже. Тихо, хватит. Не нужна нам ваша жалость. В конце концов, наши все-таки не похищали и не заставляли идти в сад. What? Я и Икс были там с самого рождения. В каком-то смысле это можно назвать нашим домом. Однако в конечном итоге мы сами его уничтожили. Именно поэтому мы не испытываем ни малейшего сомнения в себе. И благодаря этому мы можем играть даже вот с такими большими игрушками. Твою же ж. Сфера и меч? Не может быть.
Вы издеваетесь, эй? Реакторное оружие. Священный демонический меч. Аперион. Древний артефакт, который был в руках Дона Мафии. Как? Как это оказалось в ваших руках? От членов рыцарей Святого Граля мы слышали, что меч пропал. Кроме того, в прошлом году мы подтвердили то, что Алматы создали две реакторные бомбы, ну, оружие. Понятно. Информация, которым завладели Элейн и члены гильдии. Другими словами, наследием Алматы это было не только фрагменты каркаса Генезиса. Правильный ответ. Однако, на самом деле это не то, что было у Алматы. Оу. Аж так. Это прототип, который был воспроизведен в месте под названием 13 фабрик на основе данных, полученных от мафии. Значит, та самая Аврора, на которую мы наткнулись в заброшенной зоне района темных фонарей. Что касается меча, то он был украден в тайне, прежде чем его доставили в священный город. Понятно. И все это устроил старик. Ну, само собой, за профессором тоже есть вина. Но вы, по идее, не должны иметь возможность взорвать реакторное оружие. Да, если кому-то даже и удалось бы воссоздать его, оно же не было завершено. В инциденте, что случился в прошлом году, детонацию удалось форсировать с помощью осколков и древнего артефакта. И этот демонический меч мог использовать только Джерар Дантес, поскольку являлся потомком королевской семьи. Ну, в таком случае, почему бы нам не попробовать и посмотреть, какой результат будет? У меня есть разрешение старика. Мне даже интересно,
на что способно самое разрушительное оружие, которое когда-либо было создано на этом континенте. Хотя мы тоже не будем в безопасности, когда она взорвется. Ну, если я использую свою силу, возможно. Еле-еле, но нам удастся спастись. Но это, конечно, будет та еще авантюра. Так что до тех пор, пока это случится вместе с тобою, Икс, я не против. Ну, вообще-то я могу немного схитрить, используя транслокацию перемещения. Вероятность того, что я попадусь во взрыв, 7 к 3. Иначе же было бы не так интересно, правда? Даже не шути, мы остановим. Да. Так, стоп. То ли с ними что-то не так, то ли с ними надо что-то сделать. Ну, это слова Вана ранее. Так, мы должны немедленно захватить это оружие. Нельзя позволить, чтобы трагедия из Крейл повторилась. Ну, давай посмотрим, что у вас получится. Попробуйте остановить нас. Вы сполна заплатите за то, что обманули нас раньше. Так, давайте устроим самые невероятные фейерверки. Давай закончим это, Икс. Не мерись, не надо. Не надо, не порт сюрприз. Я не удивлюсь, если тут будет какая-нибудь смерть из чего-то. Вопрос тут из-за чего? Так, отлично. Что такое концентрат? Хорошее попадание! Великолепно! Люблю такое. ダンスと行くかよ。空空空。この機は逃しません。捉えたよ。メルターオニキス。
Так, что-то я забыл про это. Говно их еще и хилит, это самая жопа, у них и так дофига хп. Так, это бонус, давайте пройдем. Отдай крит сюда, есть. И они держатся вместе для того, чтобы получить бонус от Линка. Не отходят. Так, сейчас будет стан. Отлично. Твою... Ой. Так, ребят, что-то новенькое. Пандемониум Брингер. Окей. Ну, их ульту спалили еще на первых скриншотах, я видел вот эту пушку. Так что он оказался правдой. Не, ну, может быть, будет еще какие-нибудь персонажи с комбо-ультой. Кстати, комбо-ульту для Нади и Суина можно было бы сделать. Thank you.
Твою жопу. В смысле мимо? Мне даже не дали возможности ее убрать оттуда. Отлично. Хочешь потанцевать, мальчик? Сейчас потанцуем. Сейчас мы так потанцуем. Неплохо. Я знаю. Так. Сейчас мы еще красиво одновременно их завалим в конце. Вообще прекрасно получится. Надеюсь. Ой, а что-то у остальных CP все плохо. Ребята, где ваши CP? Я его не чувствую. Ты куда пошла? Алло, тоже неплохо так сломали. Живем.
Ребят, как красиво получилось. Просто восхитительно. Но они держались вместе, так что неудивительно. Так, реакторы, озвучка. Фу, реакторная озвучка. Реакторное орудие взято под контроль. Так, преступление. Фу, преступление. Я сейчас же приступаю к деактивации. Деактивации. И удалению осколков линз взрыва. Вы совсем что ли? Разве не стоит полегче относиться к детям? А, все. Не верю, в смысле? Да уж. Победить нас двоих одновременно — неплохой у вас план. Сраные дети. Ну ладно. Сраные сопляки, скорее. Мы ни за что не могли снижать свою бдительность в такой ситуации после того, как мы увидели этот меч и на что он способен. Хотя не то, что видели, а точнее знали, на что он способен. Верно. Если бы мы показали хотя бы одну непрокрытую свою сторону, вы бы быстро воспользовались возможностью и взорвали ее. Но единственный, кто могут управлять, кто могут использовать этот меч, это члены королевской семьи. Элдориан или Элдарион. Потому что именно в них течет королевская семья. Королевская кровь. Джерар Эльдарион, так и дата. Единственный, кто остался в живых в нынешней эпохе, это был Джерард Дантес. А если быть точнее, Джерард Элдарион. Умара. Яцто тою канкеда. Как вы связаны с ним? Вансан. Это... Так, вроде все нормально работает. Ребят, у вас там все норм? Ау, пацаны, девочки. Вроде все работает. Норм, окей. Вансан, неужели... Да, думаю, вы смогли понять сразу, как только нас увидели.
構成員たちにタロットの小アルカナと数字のコードネームがあんのは知ってるか? Так, знали ли вы, что членам сада дается кодовые имена, основанные на младших арканах карт Таро и числа? Такедо, боктачнива чотто даке токубецна кодонейму га атайрарете танда. Однако кодовые имена, которые дали нам, были немного более особенными. Double E. Ну или вот сам видите, как написано. E cross X. Так, а, это Good Game видно. Да, не здоровится. Ну, я надеюсь, все переключились на Twitch, ребят. Надеюсь. Напишите, если да, и продолжаем. Мне кажется, Good Game сейчас умрет. А, Good Game работает. Окей. Double E. Образованное путем удвоения первой буквы имени. Элдарион, которую унаследовал наш отец. Однако я даже не знаю, как относиться к тому факту, что... Они повторили два раза Е, только из-за того, что мы близнецы. Кто? Неужели вы, ребята? Биологические дети Джерар Дантес? Нас связывала только кровь. В остальном мы не были знакомы лично с ним. Ну, он самого начала не проявлял никакого интереса к своей семье. А мне, кроме X, никто больше был не нужен. Во времена существования культа он был высокопоставленным священником. Королевская родословная семьи Элдарион была близка к исчезновению, и культ делал все возможное, чтобы сохранить ее. И чтобы это сделать, культ находил и готовил для него случайных женщин, кто могли бы родить детей. И в итоге появились мы, например. Однако через несколько лет культ был уничтожен, а Джеральд скрылся в преступном мире. После этого нас забрали в сад, где превратили в убийц близнецов. Ну и на этом все. Истории конец. Но подумать только.
Это кровь, которая нас никогда не беспокоила, не интересовалась, не интересовала. Оказалась полезной. Сейчас. Да, я тоже был удивлен поначалу. Я подумал, неужели я избранный? Или очень счастливый человек? Как такое вообще возможно? Когда ты думаешь, что хуже быть не может, проклятие. Такое чувство, чем больше вглядываешься в них, тем глубже погружаешься во тьму. За это можете сказать спасибо культу, в котором мы родились, и саду, что нас воспитал. Не могу поверить, что это говорю, но все же. Разве не забавно, что даже спустя годы после уничтожения культа, он все еще продолжает создавать столько неприятностей? Да? 3, 9. Я бы хотел бы спросить вас кое о чем. Вы же не думаете, что сможете просто так взять и убежать от своего прошлого и жить счастливой жизнью, правда? Это звучит просто отвратительно из твоих уст. Да и вообще, ты ничего не знаешь про Натян и Сутян. Кроме того, Натян не хочет слышать подобных слов от шедевров сада. Возможно, все хуже, чем мы думали у них. Культ, сад. Ему же конец. Я не позволю им больше творить боли, страдания. Даже это реакторное оружие не более чем игрушка старика, которую он украл у профессора. В чем заключается его истинная цель? Нет. Чего добивался на самом деле культ здесь, в этом месте? Ну, если объединить этих двоих и ситуацию с экватором, то становится очевидно, что здесь происходит что-то еще. Да. Если он пытается закончить то, что культ не смог завершить... Сорян, но мы типа просто помогаем с подготовкой. Нам всегда не волновало, какую цель преследует старик. Он, скорее всего, ждет чуть дальше, так что
Вам лучше спросить у него. Что из такого положения? А ну стоять! Мы отказываемся. В этот раз я действительно уже сыта по горлу. Ну как будто не было. Мы работу, можно сказать, выполнили, что он нам поручил. А, кстати, он еще говорил, что это будет что-то типа теста, испытания. Ну, может быть, мы и не получим проходной балл теперь, но все равно хорошо повеселились. Ну, вы можете там пойти попытаться остановить старика, помешать ему, да, помешать ему в реализации плана. А мы пока что просто пойдем в тень и будем наслаждаться происходящим. До скорого. Убежали. Да уж. Какая надоедливая пара. Но если они сбежали, то и фиг с ними. Сейчас у нас есть более важная цель. Так, учитывая, что мы смогли остановить реакторное оружие, оставим его позади и пойдем дальше вперед. Или можно не беспокоиться о нем и пойдем вперед. Мы до сих пор не знаем, что задумал клятва преступник. Что бы это ни было, я собираюсь своими руками сокрушить его план и раз и навсегда покончить с прошлым. Хороший дух. Но раз все решено, вперед. Дети Джеральда. Это действительно было неожиданно. Ну, жалеть их точно, я думаю, не стоит. Потому что они... чистая тьма. Меня беспокоит то, что они сказали насчет испытания. Мы должны быть начеку. Да, в конце концов, мы противостоим Харвуду. Не знаю, что он задумал. Я не знаю, что он собирается сделать с тем, что оставил после себя культ. Но мы не можем позволить ему это сделать. Добиться цели. Так, Немерюс. То есть, если бы я не завалил их одновременно, там реально была бы концовка плохая? Серьезно? Ладно, прикольно. Не знаю, они просто так сидели вместе, что, типа, ну, сначала как-то не собирался их валить одновременно, но потом под конец увидел, что есть возможность. Ну, ладно, ребят, мы избежали один Death End. Окей, хорошо. Не посмотрели смерть. Не, ну то, что есть возможность заранее это преодолеть, это, конечно, хорошо. Хотя бы вот в каких-то ситуациях.
вот оно. А, даже два кенши. Прикольно. Ну, мы красава, что я могу сказать. Так. О, кстати, надо CP пофармить. お疲れ様でした。 Так, что у нас там? Еще надо. Отлично. Ой. Это кринжу ваншотит еще. Блин, возвращаться ради какого-то сундука? Да ладно, с турбомодом будет быстро. Ну ладно, нормально, нормально, я же сказал. Сегодня можно побольше посидеть. Мне через два часа дела кое-какие. Как раз. О, здрасте. Такое себе. Было бы что-нибудь на CP, тогда да, можно было бы. Казалось, будто тут что-то есть. Так, там, по идее, станция сейчас будет. Так, интересно. Это напоминает Demon's Souls одну локацию на самом деле. Вот что еще. Но Матвей, да и в
Demon's Souls было, и я уверен, и в Dark Souls, возможно, что-то было. И в Древнее Кольцо, скорее всего, тоже. Так, ну все, пора заканчивать. What the fuck? Это... Что это такое? Этот цвет поднимается. О, здравствуйте, Спрыганы, Рен. Вижу, вы добрались целыми невредимыми. Честно говоря, не думал, что вы сможете пройти мимо искусственного ангела и реакторного оружия. Вам нет прощения за то, что вы сделали с Кватером Куном. И само собой. И насчет реакторного оружия тоже. Не говоря уже о применении биохимического оружия, которое запрещено международным законом. С этого момента вы станете еще более важной целью для всеобщего внимания. Вы даже предали общество, в которое состояли, и настроили всех против себя. А ответ на то, что вы пытались сделать все это время, находится там? Разве это не впечатляет? Невероятное красивое святилище, созданное одним из худших культов всех времен. Они в свое время называли их вратами в мир мертвых. Или врата в загробный мир. Врата в загробный мир. Я ощущаю огромную духовную силу. К сожалению, все мои сенсоры просто не могут ее измерить. Феритян. По ту сторону что-то есть. Это зловещая аура. Я чувствую его дыхание. И то, как оно смотрит на нас. Если оно выйдет, оно поглотит все. Что еще за хрень? Точно. Остров Немет. Ложа культа, которая называлась Раем.
Ягате тадори цуйта хонрю то ва ните хинару моктеки. По мере того, как продолжались их поиски потерянного, утраченного бога, они все больше и больше искажались, извращались. Пока не пришли к чему-то похожему, но в то же время отличному от первоначальных верований культа. Сорева Земрия Тайрик Сономоно, Камино Коурин не фсавашку. Оно должно было переделать сам континент Земурия так, как подобает. Пришествию бога. Или пришествующему богу. Переделать весь континент? О чем он говорит? Ой. Прощай, Земурия. Высшее измерение, которое по своей природе не поддается человеческому вмешательству. Ну или еще, ну да, высшее измерение, высший слой, в который люди не могут вмешаться. Если соединить его с реальным миром, в котором мы живем, тогда у тебя будет возможность призывать демонов, ангелов и злых богов. Нет, они не просто пытались вызвать их. Они хотели, чтобы они полностью заменили людей. Сода. Омаэсанно джиккен катэ де эрарета джинкаку уэцкеру тою кенкю сэйка. Именно. Именно таким образом они пришли к результатам того, что они назвали пересадкой личностью, которая родилась в результате экспериментов, которые они проводили на тебе. Даже их безумие селить ангелов в человеческое тело было всего лишь подготовкой к тому, что должно было произойти. Глупые люди, что поклонялись богине Эйдос, от них нужно было избавиться и заменить их высшими существами. Чтобы таким образом превратить этот мир в настоящий рай, где они смогут призвать своего бога. Именно такова была вера, которой они придерживались на этом острове. Это то, к чему они стремились. Это их доктрина была.
который, к сожалению, не удалось осуществить. Не могу поверить. Бред какой-то. Ты хочешь сказать, что ради этих иллюзий, заблуждений, они ставили многочисленные эксперименты и издевались над людьми? Да, именно так. Но даже в заблуждениях можно найти что-то реальное, если копнуть достаточно глубоко. То, как они этого добивались, само по себе не было неправильным. Тут скорее была проблема в том, что они не смогли преодолеть последний шаг. И по иронии судьбы, их уничтожение в рамках той операции по зачистке стало последним толчком. Даже после того, как они были уничтожены, их одержимость ложным богом, а также злость на тех, кто помешал воплощению их желания, и прежде всего, непостижимое сожаление о бесчисленных людях, принесенных в жертву на этом острове. Все эти идеи, концепции, короче, все это было собрано на этом острове и привлекло существ, что находятся в высшем слое измерения. И впоследствии на этом острове открылись маленькие врата. Мне нужно было всего лишь сделать последний толчок, чтобы они расширились, открылись больше. Нужно было создать ситуацию, схожую с ситуацией во время смертельной игры, чтобы пробудить эти же сожаления, которые до сих пор находятся в этом месте. Встряхнув и пробудив вас и ваше прошлое, учитывая, что вы были вовлечены во все это, я сумел привлечь существо из высшего слоя. Ну а результат — это то, что вы видите перед собой.
Теперь мне нужно просто открыть его с помощью вот этого. Внешний каркас Генезиса. Ты хочешь перетащить ту штуку, ту тварь, на эту сторону? Оно выйдет сюда в любой момент. Если эти врата полностью откроются, закрыть их будет уже невозможно. Еще больше монстров, чем даже были во время Пандемониума, заполнят этот остров. Нет, в результате они заполнят весь континент. Это буквально будет парад монстров, описанный в легендах. Не позволю. Этот фрагмент внешнего каркаса — ключ. Мы должны вырвать его из рук клятва преступника. Мы не позволим тебе это воплотить в жизнь. Да, мы остановим тебя, несмотря на теми силами, что у нас есть. Хорошо. Тогда этот старик с вами поиграет сейчас. Готовьтесь бросить вызов бывшему четвертому апостолу Урабороса. Попробуйте сразиться с самым ядовитым из всех змей. Ну, собственно, вот, теперь мы узнали, чего он добивался. Салар, а ради чего? Ну, по приколу. Он же у нас любитель повеселиться. Хотя, возможно, тут что-то кроется, очевидно. Узнаем потом, все будет. Все-таки что-что, игра любит нам все объяснять потихоньку. Рано или поздно узнаем. И чё, мы сейчас его победим, все это остановим и конец игры? Да нет, это же промежуточная глава еще. Как бы это типа антракт у нас. Самая жопа впереди, по идее. В третьем акте. Ой, это не очень хорошо. ガンガン行くぞ。
食らいなさい。よチャンスだ。いつでも行ける。ソラよ、ちょいと待ってな。Кирю, иди в Якузу 8. Тебя там заждались. Хороший. О, ребят, второй эскрафт у Джудит открылся. А, нет, стоп, это не эскрафт. Стоять, это обычная атака. И, кстати, у Джудит, по-моему, второго нету. Но, блин, он реально клёвый. Троих по цене одной. Ой. Да-да, это новый навык. Ну, я видел это еще на скриншотах, помню. Я думал, это будет эскрафт в итоге, но нет. Обычный навык оказался. В смысле? Киса, киса. Не мерюсь, я знаю. Я поэтому и бил обычными атаками, чтобы его снизить. Потому что это же отражение, не щиты. Мы получили бы по жопе. Отлично. Да-да, вот так, именно так. То, что ожидал, окей. Он доволен, короче, мы его развлекаем. Фак. Блин, а я щиты еще не поставил. Сэте,
Кстати, вот теперь понятен его эскрафт. С вратами. А, отлично, ваншоты сработали. Просто блеск. Так, ребят, новый статус эффект. Смертельный яд называется. А, блеск. Причем это яд, от которого могут заразиться даже напарники, если встать с ними рядом и активировать, собственно, этот линк. Ага, то есть это заразная вещь, понятно. Окей, вот таких фишек я еще не помню. Так, единственный способ снять это с помощью зелья Курии. Или что-то похожее. Я понял. Прикольно, ребят. Тут можно стать токсиком. Элройжа, ну да. Не, ну прикольно. Ему даже дали эксклюзивный статус эффект, который он может накладывать. Да подожди ты. Живем. Кстати, а, нет, он опять поставил себе эти щиты. Просто замечательно. Короче, дилер, посмотри записи, здравствуй. Там такое случилось уже. Словами не сказать, матом не описать. Как говорится. Астар, ну да. Это был писец. В хорошем смысле.
А, блин, Ван стал токсиком. Ванна крытые. Да есть, есть. Да нет, с бутылками просто быстрее, там каста ждать слишком долго, а так можно сразу снять. Да блин, опять? Рудит получила по жопе чуть-чуть. Так, такой отдых первый в истории Кисеки. Ну это да. Не, ну у Ллойда тоже там неплохой отдых получился. Но типа да, это рядом не валяется. Его отдых с этим. Тут отдохнули прямо от души. На всю жизнь запомним. А ведь казалось, у нас промежуточная игра, глава, интермин, менция или антракт. Типа, ну тут вряд ли что-то важное произойдет. Тут, наверное, самое важное в истории серии произошло в итоге. Я!
がっつくなって食らいなさい。そらよ。あ、блин. Я. Стань. Иду я. Деванда, Джирис. Да, татами. Сенса. Так, ну все. Давай, 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 эти девочки. Есть. И еще гардианика. こんなもんだろ。 当然ね。またいい経験が詰めたみたいね。そう。ふ。やりました。получилось。он здесь。у нас。хотя нет, тут скорее. с этим теперь. что? они становятся шире. какого черта происходит? из того, что старик сделал раньше. Из-за того, что старик сделал ранее, мы добрались. Мы сейчас находимся в критической точке невозврата. Рен сэмпай. Ван Сан, Агнес, мне нужна ваша помощь. Раз дело дошло до этого, придется использовать все, что у нас есть, чтобы закрыть его. Будь то осколки, либо другие уловки. Мы положим конец раю здесь и на... Здесь и сейчас, раз и навсегда. Верно. Нельзя позволить, чтобы этот культ и дальше тяготел тебя и всех остальных. И ради господина Кватера использую все осколки, которые только есть. Увидимся в следующей части. А он упрямый. Нам не хватает силы. Еще чуть-чуть. Неужели все эти мысли о печали и сожалении, что витают вокруг этого острова. Кросс. Кросс единственный, кого ты будешь звать, что ли? Я тоже тут. Я тоже помогу. Я не хочу, чтобы еще кто-то пострадал. Верь в себя, Рен. Мы все знаем, насколько ты сильная. Удачи, Рен. Вместе. Мы сильные. Это злое присутствие исчезло. Как-то похоже у нас получилось. А. Да. Вы молодцы, Рен сэмпай. Сэмпай? Не, все в порядке. Я действительно очень рада. Спасибо, Агнес. И... Ребята, вы все тоже. Я омигото да. Ух, да. Молодцы. Я не думал, что вы сможете в итоге его полностью запечатать еще.
虎の子の外郭もあっさり奪われちまったし、せっかくの計画が完全にパーになっちまった。Вам также удалось отнять у меня этот фрагмент внешнего каркаса Генезиса. Ну и тем самым те мои планы полностью рухнули теперь. やっぱ裏でフィクサーとして動いてる方がおじさん性に合ってるのかね。Да, полагаю, этому старику не очень подходит работа фиксера из-за кулис их, да? Ублюдок. Даже несмотря на то, что твои планы только что рухнули, ты выглядишь слишком веселым. Просто наблюдай за тем, как твой тщательно продуманный план рушится прямо в момент финишной прямой, доставляет тоже радости мне. Кроме того, каждый раз стремиться к идеальному преступлению было бы слишком напряженно. Вот почему вы, ребята, действительно смогли очень развлечь меня. Нет, тут скорее надо перефразировать. Из-за вас, ребята, мой план действительно не пошел так, как нужно. Но вы также смогли развлечь меня своим вмешательством. Я вообще не понимаю, о чем думает этот парень. Поехал. Я кое-что не понимаю, старик. Почему ты так сильно был зациклен на то, что осталось после культа? Причем до такой степени, что ты даже пошел на предательство. Да. Это мне тоже интересно узнать. Я знаю, что ты участвовал в создании сада и все такое, но все еще не могу понять, зачем тебе все это. Чего вы пытались добиться? Невероятный преступник. Ну, не то чтобы я был прямо сильно одержим культом Диджи. Просто до меня дошли слухи о том, что девушка, которую я знаю с самого детства, все еще борется с прошлым. Нет, это не я. Это не я. Кросс.
Ты где? Не прячься, выходи. Орега консистекни тегакета тейен тою ханзай. Соно зайдио но хитоцу ни цкатта Диджи кёдан. Хоть и косвенно, я все же приложил руку к созданию преступной организации, известной как САД. Одной из составных частей, которой был культ Диджи. Уатчиматта мон нецуитева спатто васрете цуги ни икуно га оре но бигак дага. Обычно. Обычно мой стиль заключается в том, что я оставляю позади то, что было сделано. Делал как есть и перехожу к следующему делу. Но после того, как я увидел, как она продолжает бороться, я просто не мог больше спокойно концентрироваться и работать над следующим своим проектом. Понимаете? Неужели? Вы сделали все это только для того, чтобы сэмпай преодолела свое прошлое? Твой преступный стиль, да? Я думаю, не стоит слишком сильно переоценивать этого старика и доверять ему. Как бы прекрасно ни звучало, то его мотивацией было мое благополучие. Очевидно, что он совершил ужасные поступки по своей эгоистичной причине. Верно. Реакторное оружие, биохимическое оружие. Даже то, что случилось с господином Паттером. Тоже было ради твоих эгоистичных причин. Начигайник чьи-то мысли на холга цвитет, айо на. Да, и то, что произошло с девчонкой читером, это просто приятный бонус для тебя. Ну и ну. Никакого доверия, да? Ну, неважно. Все равно этот старик уже выполнил свою роль. Сзади. Триганы. Печально, что мы не смогли прикончить тебя одним ударом. Латян! Багрово-темный демон Грендель Золга. Это... Вы, конечно, нам рассказывали про это, но... То, что он тут, это означает... Ублюдок. А значит, вы заодно? Однако наше сотрудничество тут подходит к концу. И все же. Какая же тут ностальгическая атмосфера.
Гарден Мастер. Это именно он появился под Армисом. Это тот самый человек, который называет себя хозяином садов. На этом контракт завершен. Великолепная работа. Тысячекратный клятва преступник. Теперь мы можем приступить к последним приготовлениям, насколько я понимаю. Ну, я не собираюсь вмешиваться в то, что будет дальше. Так что, поступай, как знаешь. Я большим удовольствием пронаблюдаю, сможешь ли ты достичь своей цели. Или нет. И повеселюсь. Блин, еще с ними. Сразу после старика придется еще с ними разбираться. Ван-сан. Готов? У меня выбора нету. Это будет первый раз с тех пор, как ты видела его в Базеле. Маре. Это именно он про себя. Ну что? Ты снова появилась, да? Тогда за то, что вы сделали с нами в столице, включая тех двоих, мы... Мы заплатим вам сполна. Ла-тян. Это девушка, ее воспоминания. Мне сейчас это не главное. Ну, ты готов? Надеть кошмар. Конечно. Вперед. Начнем активация осколков. Возьми Гренделя. Да, все же впечатляет. Я не сражался с тобой с тех пор, как мы столкнулись на базе. Да, но в этот раз у нас гораздо больше сил, чем тогда. И ради господина Кватера тоже. Мы окажем вам полную поддержку. Фальшивый ублюдок, готовься. На этот раз мы вернем Латян. Да. Не имеет значения, насколько вы сильны. Прикончи, Грендель Золга. Да, не серьезно. Ладно. Новые навыки. Так. Прекрасно, он еще вызвал себе подкрепление. Come on.
Ну, Солар, потому что он точно там был. В одной из фраз. К сожалению, тут они слишком быстро идут, что, да. Сложно уследить за всеми фразами, когда они так быстро говорят. Солар, так Рен в последний раз, первый, не помню насчет первого, но последний раз видела именно Гренделя на ГГ, на Ване, в Базеле. Ребят, новая искра. Неплохо, дама хороший. Эпичненько. Блин, что-то эта глава оказалась длиннее, чем я думал, как не вот эта битва. Я думал, мы закончим пораньше. Ну, классика, ребят, короче. Так, ну ладно, эта битва идет побыстрее все-таки. С Ваном в этой форме. Оу, фак.
мы видели его ульту, кстати? По-моему, нет. Или я не помню. А можно мне такую же? Эпичненько, неплохо, ладно. Так, передаем батон. А, стоп, а какой смысл? Ее нету. Солар, ну пока что нам это неизвестно, к сожалению. Нам еще не сказали. Отлично. Кстати, я понял, кем вдохновлялись Михою, создавая Сэма. Грендалем. До меня только дошло. Когда ты находишься в этой броне, ты должен быть сильнее него. Это еще не все. Ребят, вы как, в порядке? Да, более-менее. Похоже, враг тоже вымотался. Давайте продолжим. Да. Вперед, Мары. Еще раз. Прости, Ван. Фрагменты. Эй, какой черт ты творишь сейчас? Именно сейчас это и надо. Или именно сейчас я могу это сделать. Именно в такие моменты, когда твоя добыча не ожидает нападения сзади, наиболее уязвима во время битвы, нужно воспользоваться ситуацией. Тутян? Так, стоп, стоять. Что ты? Ты хорошо справился. Отличная работа, Суин. Я меньшего и не ожидал от своего партнера. Эйс. Да, Эйс. Какого хрена? Суин-кун. Так, подожди секунду. Ну что ж, и с этим 8 генезисов завершены. И на этом 8-й генезис завершен. Он слил их воедино. Это истинная форма. Генезисы.
Нет. Одного пропустил. Ну и ладно. Семи тоже хватает. Ублюдок. А ну верни. Это памятный предмет Агнес. Они имеют слишком большое значение, чтобы быть в руках девчонки, которая вообще не представляет их ценности. С этим я наконец-то могу начать. Новый рассвет. Пришло время варить новую историю. Правильную. Ты что такое говоришь? Вперед, Свин. Алтера? Ты тоже отступай. Поняла, хозяин. Латян! Срань. Подожди. Подожди, Сутян. Ты же сам сказал, что это не может быть он. Брат давно покинул нас. Это не может быть он, Надя. Как же это грустно, Надя. Ты все еще не веришь? Ну, думаю, это и следовало ожидать, учитывая, что мы не виделись с тех пор, как были детьми. Молчи! Ты не братик. Папа. Опять злится. Мне страшно, братик. Все в порядке. Все будет в порядке. Надя, тебе не нужно беспокоиться. Твой братик, старший братик с тобой и всегда будет с тобой. Надя-тян. Я знаю, что это все сбивает с толку, но это правда. Я сейчас ухожу, но если захочешь, я приду за тобой в любое время. Где бы ты ни была, обязательно приду. Подожди, Суин! Тебя действительно это устраивает? Да. Я буду следовать за Эйсом. Дабы он не пошел и каким бы он ни стал. Это мое раскаяние. Прости, Надя. Сутян, постой. Не бросай, Натян. Ты же обещал. Разве нет? То, что мы всегда будем вместе. Сутян. Не, ну все, я прибью этого сына теперь за такое. Жесть. Просто жесть. В смысле, это конец? Охренеть, голова, конечно. Просто офигеть. У меня слов нету это описать. Ну, типа, ребят, вот такой вот антракт. Охренеть. Это единственное слово, которое я могу сказать в данный момент. Не, ну это пись... Ну тебе это... Ну это вообще просто край вилы. Я в шоке просто, серьезно. Такое не ожидал. Бедная Надя. О! Мораっておくぜ.
Не, ну после такого я готов простить игре всю тупость, которая была местами. Местами. Да. Типа... Ну, как бы, Виктор, ну, как бы, да. Поэтому, собственно, и да. Жесть. Просто жесть. Ладно, продолжение следует.